Более 100 надувных гигантов украсили небо над американским штатом Нью-Джерси. Здесь проходит 38-й ежегодный фестиваль воздушных шаров. В прошлом году мероприятие отменили из-за пандемии. В этом на поле в округе Хантердон собрались десятки тысяч зрителей. Погода выдалась отличная, солнце и легкий ветер. А кое-кому даже выходить из дома не пришлось. Так местная жительница Кайра встретила воздушный шар прямо на своем заднем дворе. Я живу здесь, во Флемингтоне, штат Нью-Джерси, 13 лет. И у меня на заднем дворе никогда не было воздушных шаров. Я так рада, потому что сегодня утром мы наблюдали за ними с нашего крыльца, и вдруг прямо над нашим домом пролетел воздушный шар. Я подумала, приземляйтесь, и он приземлился. Я очень счастлива. Я действительно думала, что мы сейчас сядем прямо на дом. А потом мы немного отлетели и приземлились на их дворе. Потом мы увидели всех жителей дома, они все вышли и махали нам, все в восторге. Помимо стандартных воздушных шаров, в фестивале участвуют аэростаты необычных форм. Это ежегодное мероприятие считается крупнейшим летним фестивалем воздушных шаров и музыки в Северной Америке. А первый воздушный шар в мире создали в 1783 году. Его авторами были французские изобретатели братья Монгольфье.